ДТП с участием полицейского произошло накануне на трассе Шахты-Цемлянск. Участковый отдел МВД России по Константиновскому району сбил пешехода. К счастью, мужчина остался жив и был доставлен в больницу. Как сообщается, он шел по обочине в неосвещенном месте. Его одежда не содержала светоотражающих элементов. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии сейчас проводится проверка.